Итак, отель St. Regis Saadiyat Island Abu Dhabi. Друзья, приветствую вас на моем YouTube-канале. Как всегда, мои обзоры короткие, информативные. Вопросы вы можете задавать в комментариях, либо при бронировании туров у меня. Отель с историей. Обязательно скажу, что Джон Джейкоб Астер IV – это правнук первого миллионера в США. В 1904 году на Манхэттене на Фифс-авеню построил первый шикарнейший St. Regis. Интересный факт, что создатель погиб на Титанике, поэтому во всех отелях данной сети есть лестница в лобби, напоминающая парадную лестницу на Титанику, как дань памяти. Вот вы увидите сейчас на экране, что отель – это про роскошь, это про сервис, это про шикарное питание. Я в данном отеле не жила, мы были на осмотре, но основные моменты я для туристов, которые меня бронируют, я сняла, и здесь, к сожалению, все не смогу показать, будет только общий обзор. Отель суперский, вот в нем сочетается все и классика, и современный стиль. Из классики тут есть темное дерево, кому-то это может быть не понравится, но по мне так это прям дань традиции, очень хорошо вписывается в какие-то такие современные детали. В ближайшие полгода здесь обещали поменять ковролин, еще некоторые потихонечку делают реновацию. В отеле довольно большая территория. Вот сейчас вы видите ужин, это был у нас ужин. Конечно, по питанию здесь все просто роскошно. В этом отеле нужно сказать, что завтраки происходят до 13:00. С 8 до 13 вы можете позавтракать. Это вот прям вот... огромнейший выбор морепродуктов, огромный выбор мяса, все очень изысканно, красиво, вкусно. Питание по системе шведский стол, десерты здесь просто огонь. Но сейчас мы с вами видим премиум севью, это фронтальный вид на море, и вы можете видеть вдалеке тоже шикарный пляж широкий, вообще прекрасный отель, такой достойный отдыха миллионеров, я бы так сказала. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы ставите лайки, спасибо вам за внимание, подписывайтесь, впереди много интересных, полезных обзоров.